Значит, ну смотрите, видите, вот это вот камень на парке Челюскинцев. Памятный знак погибшим здесь воинам 3 июля 44 года, освободителям Минска. Смотрите, да? Вот у нас говорят, что тут там герои, деды воевали, то все, там огромные парады пышные. А теперь смотрите, 50 метров от этого места, 50 метров, буквально даже нет, каких 50, тут метров 20, максимум метров 20. Это центр Минска практически, парк Челюскинцев. Стоят мусорные баки, все нахрен переполненные. Никто мусор не вывозит, а напротив памятник воевавшим дедам. Вот, пожалуйста, вот она идеология, вот он, русский мир. Как оно вам, да? Смотрите, вот там, вот это центр Минска фактически, да? Ну, не совсем, но почти. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ну, фактически 15 метров, 15 метров памятник. Вот там станция метро парк Челюскинцев. Смотрите, да? Здесь, вот там, видите, завод «Луч», часовой завод «Луч», вот светится башня. Вот здесь, на Толбухина, вот этот вот памятник. И тут не вывозят мусор. То есть это столица, это центр Минска, показатель. Вот теперь думайте, как наша власть вот относится к памяти там павших героев и прочее. Вот когда вы смотрите эту всю херню, это лицемерие. Вот оно, пожалуйста. Наслаждайтесь. Как вам, да? Круто.